Всех приветствую, с вами Неллис, и как же давно не было туториалов. Рубрику Creator School для школьников я и вовсе ненадолго прикрывал, потому что просто не было тем для этих туториалов. И к тому же я сдавал экзамены. Будет ли продолжаться эта рубрика, зависит только от вас. Пока я не начал, хочу сказать, что на моем канале уже стукнуло более 5000 подписчиков. Я безумно вам благодарен, вроде бы пару месяцев назад у меня абсолютно ничего не было, а сейчас на меня подписано 5000 людей. Ой, я в шоке. Надеюсь, на этом все не закончится, и ко мне дальше будут приходить люди, которым я буду так или иначе помогать. Но сегодня я вам покажу одну фишку, которую вы можете использовать в своем уровне. Отдельное спасибо Флейму. Вот как у нас должно получиться. Сначала нужно построить наш уровень, я его сделаю в стиле Виперина. Ставим вот тут шип, который добавляем в любую свободную группу. И выше Move Trigger, там где мы выбираем Look to Player X, Look to Player Y и указываем промежуток времени как можно больше. И еще не забудьте выставить группу, которая вам нужна, в моем случае первую. И последний штрих. В начале уровня мы ставим Follow Player Y и в нем время и группу выставляем, как и в предыдущем триггере. Ну а там, где offset, мы ставим любое число, главное не меньше 10, иначе не будет работать. Смотрим, как получилось. Тем, кто сидит на моих стримах, которые сейчас, между прочим, проводятся каждый день, пожалуйста, не кидайте мне демоны с этим багом, иначе я их даже просто не смогу заценить. Ну а так, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был Неллис, всем пока.